Обновленные пенсии не для всех. Украинцам с оккупированных территорий выплаты пересчитывать не будут. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам, это не предусмотрено пенсионной реформой. Этот же сценарий ждет и вынужденных переселенцев, если до переезда они не забрали материалы личного пенсионного дела. Но эту проблему в Минсоцполитике пообещали решить в течение нескольких месяцев.